Здравствуйте, с вами Ольга Волкова. Впереди жаркие летние выходные. Как провести их интересно и культурно? Ответы в программе «Афиша» о самых ярких событиях Самары в ближайшие минуты. 8 июля в Самаре пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. Основные торжества пройдут на набережной. Гости фестиваля смогут посетить концертные и тематические площадки, поучаствовать в игровых программах. А именно, побывать на площадке для буккроссинга, попробовать себя в вальсе и живописи, сделать красивые фото на арт-площадке «Город счастливых семей» и даже проконсультироваться у семейного психолога. А для пар, которые захотят узаконить отношения и подать заявление в ЗАГС в этот день, организуют церемонию «Помолвка на набережной». Завершится праздничный день концертом. 9 июля в 17:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдет киноквест по выставке «Совершенно серьезно». Он посвящен рязановским актерам-юбилярам Анатолию Папанову, Марии Виноградовой и Светлане Немоляевой. Чтобы лучше узнать артистов, нужно будет ответить на вопросы и решить кроссворд киноквеста. Приходите, будет интересно. Обязательно посетите парки. Так, 9 и 10 июля в парке Гагарина пройдет ярмарка изделий ручной работы. Насыщенная программа ждет горожан и в Струковском саду. 9 июля в 5 часов вечера свою концертную программу представит муниципальный духовой оркестр. А 10 июля в 18:00 – духовой оркестр МВД России. А в парке Победы будут танцы. Приходите 10 июля в 18:00. Бесплатный кинотеатр под открытым небом на четвертой очереди набережной Волги ждет настоящих киноманов. 10 июля, например, здесь покажут фильмы «Большой ух», «Приключения желтого чемоданчика», «Похождения императора» и «Жизнь Пи». Расписание всех сеансов на выходные можно узнать в группе «Самарской набережной» ВКонтакте. Совсем скоро начнутся театральные каникулы, но еще есть возможность посмотреть любимые спектакли. 8 июля в 18:30 театр «Самарская площадь» представит спектакль «Русский и литература. История российской глубинки». Здесь милиционеры, гастарбайтеры, судьи, власть имущие, учителя и священники. И все живут своей жизнью. Это все, о чем хотела рассказать вам сегодня. Хороших вам выходных и отличного настроения!